встановлювати будки, ларьки і кіоски в Одесі будуть по-новому. На останній сесії міськради депутати скасували старий звіт правил розміщення МАФів, який став причиною повної безконтрольності і вседозволеності в цьому питанні. Через це місто, особливо спальні райони, змінюються не в кращий бік. Та й міський бюджет поповнюється далеко не в тих обсягах, які могли б створити Одесі фінансову подушку безпеки. Ринок давно поділений на своїх і чужих, тому підприємці розраховують на більш чесні правила гри від народних обранців. Все мафы, а их у нас больше там 3000, скажем так, это только официальные цифры, неофициальные, то есть без документов еще больше, принадлежат конкретным группам людей, а малый бизнес, то есть мы с вами вряд ли сможем прийти и получить разрешение на маф. Это монополисты занимаются этим. И, например, если вы арендуете у монополиста какой-то маф, то вы не можете конкурировать, например, с ларьком, который продает сигареты, а вы продаете продукты или, например, хлеб. Потому что ставка для всех одинаковая. У нас на сегодняшний день самая низкая цена в стране. Мы платим, они платят 30 гривен за квадратный метр. Это просто, это самая нижняя в стране. Розробити більш справедливі правила установки малих архітектурних форм, які також враховували б естетичну складову, депутати планують до кінця року. Это все вредит как минимум городу, инфраструктуре, внешнему облику, поскольку мы туристический город, с этим бардаком нужно бороться. И вот новые правила должны как раз четко определить, сколько у нас в городе должно быть мафов, где они должны стоять, в каком количестве, какой их внешний вид и тому подобное, и сколько будет зарабатывать с этого городской совет, какая будет арендная ставка для людей и тому подобное.